Так, ну что, ребят, многие меня спрашивали за монету Flow, стоит ее там закупать туда-сюда, она сейчас валится, у нее плюс разлоки произошли, видите, неограниченная эмиссия, ну, разлоки, насколько я помню, были в конце сентября или в октябре, что-то такое, вот, могу ошибаться, можете меня поправить, вот, относится она к NFT, в Coinbase Ventures портфолио тоже есть она, вот, и отличный проект, доказавший свою честность и надежность, на котором можно делать большие деньги, это Inlix.io. В этом проекте работает топовая команда по трейдингу, что показывает одни из лучших результатов на рынке крипты. В день на этом проекте можно делать от 3 до 9% ежедневной прибыли с возможностью в любой момент вывести весь свой вклад с дивидендами. Я лично вложил в данный проект полтора эфира, то есть 7000 долларов и получаю ежедневно по 6% прибыли. Могу с уверенностью заявить, что проект надежный, быстро обрабатывает выводы и дает людям хорошую возможность заработать. Ссылка на проект в описании под роликом, соответственно, даже в Ledger Prime портфолио тоже ее холдят. Капитализация 3,1 миллиарда. Ну, на данном этапе стоит ли ее закупать. Ну, тут вышла новость, что, соответственно, у нее будет хардфорк, поэтому я считаю, это тоже подтолкнет цену наверх. Если кто хотел э, по данной монете закупиться, сейчас я покажу вам. То есть, у нас будет хардфорк, и проводится он, я так понимаю, на базе Binance и CryptoComa тоже. Вот, поэтому э, на данном этапе. Uh, я считаю, HardFork очень довольно-таки позитивно в долгосрочной перспективе повлияет на данную монету. Так, ну по поводу монеты Flow, то есть на данном этапе она спустилась в днище, все начали, естественно, ее активно сливать, как видите, после разлоков, ну это если в сентябре произошло, ну упала она на те же 50%, если от пика вообще взять, то на те же 70%, а то и 75%. Если посмотреть uh, там, на других биржах, давайте глянем на том же Binance, ну тоже она валится, вот, есть ли смысл ее сейчас докупать? Опять же таки, ребят, если вы готовы и верите в данный проект, и готовы холдить ее в долгосрок, тогда окей. Если же нет, ну, особого смысла я не вижу. Пошли мы плюс-минус к тем же отметкам, поэтому я считаю, хорошая возможность закупиться на днище, если кто хотел это сделать. Но учитывайте, что если, соответственно, данная монета не будет никак развиваться, там, и не будет ажиотажа и хайпа вокруг нее. Ну, понятное дело, бывает такое, что возле монеты нет ажиотажа и хайпа, как, допустим, что я советую тот же EPS, там, другие монеты. Вот, и, соответственно, Аиф там, и все считают, что это типа скамина, если она не растет за, я не знаю, один день, да, или там а, неограниченная миссия. Но напомню вам, что у Эвеленча, Авакса, да, у Шибы, у, а, что там еще, у Эфериума, mm -hmm. ну, сейчас, понятное дело, обновление Лондон, там, сжигание токенов, вся херня. Но до этого не было этого, и неограниченная миссия не мешала ему ничего расти. Вот, а, еще остальные там монеты, которые вы тоже можете самостоятельно найти, поизучать у которых неограниченная миссия, которые росли. А, та же Гала, вот. Э, то есть неограниченная миссия, это ей не помешало там сделать 10x или тому же Шибу. Вот, поэтому по данной монете, то есть решает по большому счету вера людей какую-то монету и желание пропампить данную монету крупным капиталом. Вот и все. Вот, если кто-то думает, что что-то другие какие-то основные причины, в основном вера людей и хайп вокруг монеты. Все. Вот, поэтому а, по поводу данной монеты, если вы хотели закупиться на днище, у вас сейчас есть такая возможность, как только мы выйдем с этого накопления всего, вот, она, конечно, своеобразно ходит, я понимаю, но в целом это тоже накопление, то есть здесь мы стояли 2,5 месяца, ну и здесь в сумме это получается почти, а, сколько, почти 10 месяцев, вот, ну а на текущем этапе здесь 7, поэтому такие вот мысли, такие дела, если вернется к этим отметкам, будет порядка 4 иксов, здесь там 4,5, поэтому на данном этапе в целом можно ее закупить, но учитывайте, что тоже риски по деньги, ну, естественно, имеются. Вот, ну, я посоветовал ее холдить в долгу, если вы в нее верите и ждать роста. Ну, хотя бы как минимум в 2022 году, а то и в 2023, а то и дольше. Вот, поэтому эта монета больше на долгосрок. Вот, поэтому такие мысли у меня по монете Flow. Спасибо за внимание, всем удачи и всем пока. Надежный проект, в котором я зарабатываю по 9% прибыли в день, это inlix.io. Ссылка на проект в описании под роликом.